Итак, какие методы контрацепции вы используете? О, а давайте я вам лучше покажу. Вот, конфеты. Раз. О, вы угощайтесь, угощайтесь. Да вы что? Стакан красного полусухого. Два. Пожалуйста. Вау, ну насколько мне известно, это даже полезно. И три, это у меня... Ой, включился. Все-все, можете больше не показывать. Я вас и так прекрасно поняла. Мужчины у вас нет. Доктор, а что мне делать? Девушка, вы поймите, у вас сейчас просто острая нехватка мужика. Единственное, что я могу вам порекомендовать, это чаще гулять в парках, ходить в различные кофейни или библиотеки. Ой, да кого я уж обманываю? Просто ходите в ночной клуб 2 раза в неделю. Этого будет достаточно. Я и сама туда хожу. За такими витаминами. Хорошо, доктор. Я постараюсь выполнить все ваши рекомендации. Спасибо. До свидания. Да, до свидания. Давайте. Счастливо. Надеюсь, вы на следующий прием придете ко мне уже, будучи беременной. Демографию-то надо поднимать, а девке-то уже 35 стукнуло.